Самым глубоким пресноводным озером в мире. Но потом появились первобытные туристы, и оно перестало быть пресным. Наше шоу не было пресным никогда. И все благодаря участию в нем неандертальцев со всего бывшего Советского Союза. Вы смотрите «Убойную лигу» на канале ТНТ. С вами Леонид Школьник, автор, ведущий и археолог этого шоу. Здравствуйте! За актера говорят его роли. Для кого-то он черепаха-тортилла, для кого-то Ганнибал Лектор. Для меня он навсегда останется тем замечательным усатым мужичком из сериала «Татьянин день». Вадим Колганов. Кстати, недавно снялся в новой нетрадиционной комедии «Весельчаки», которая выйдет на наши экраны в октябре. Ну что ж, она опять пришла к нам. Эта очаровательная девушка прошла через все в своей жизни. Тропические острова, колорадские жуки, огонь, вода, грязь, елочные украшения. Сегодня осталось последнее испытание – искушение плотью. Не зря мы посадили ее рядом с Михаилом Наумовичем Марфиным. Юлия Ковальчук! Когда-нибудь в букварях на букву «М» будет его фотография. А пока там мотоцикл. Председатель нашей судейской коллегии Михаил Наумович Марфин. Их шутки запрещены правительствами некоторых стран Евросоюза, потому что они вызывают привыкание. Наши гладиаторы, встречайте! Трио «Три сестры», Самара, Зеленоград. Ирина. Красавцы. Мария. Дуэт «Компот», Краснодар. Здрасте. Сопочка, привет. Я учитель географии. Вы посмотрите на Леню Махно, так будет выглядеть форма Лени Югин. Дуэт Эд и Коваленко, Киев. Мадам. Мадам. В смысле, мне все. Дуэт «Партизаны», Ставрополь. Всем привет. Привет, маме привет. Дуэт «Совесть», Минск. Здравствуйте. Здравствуйте, из центра Европы. Минска, да. Дуэт «Красивые», Красноярск. Ставки сделаны. Привет. Здравствуйте всем. Здравствуйте. С наступающим Новым годом. С наступающим Новым годом, на котором мы хорошо работаем. И как всегда, в первом раунде мы формируем общий призовой фонд. Судьи могут дать нашим участникам 24-36 тысяч рублей за очень хорошее выступление, 48 тысяч. Ну, а за так себе выступление могут не дать, в общем-то, ничего. Мы начинаем первый раунд. На сцену приглашается трио «Три сестры». Здравствуйте. Здравствуйте. Наша постановка «Три сестры». Трам-пам-пам. Парам-пам-там. Скучно как-то, сестренки. Томно, тоскливо. Потому что в Москву надо работать, работать. Да ты, Оленька, ездила уже в Москву работать, работать. Хотя всем говорила, что поступать, поступать. Ну, полно вам, сестренки, было это вспоминать. Давайте лучше в какую-нибудь игру сыграем. Давайте, давайте. А в какую, в какую? А давайте-ка мы в покерок рубанем по мелочи. Нет, давайте лучше в ту игру, в которую играли фашисты из «Бесславных ублюдков». И то верно. Давайте, напишем на бумажках персонажей и будем отгадывать. Оп. Ты предложила, ты первая. Так, 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 так. Надо сразу отсечь большинство версий. А этот человек исполнял хит Юрия Лозы «Плот»? Нет. Нет. Это резко сужает круг поиска. А это мужчина? Да. Он у меня был первым. Он у всех был первым, милочка. Но он не исполняет хит Юрия Лозы «Плот».
Нет. Но его зовут Юрий. Да. Лоза. Нет. Да что вы мне говорите? Ну, Лоза же. Мы знаем, что ты не умеешь читать. Давай, теперь я. Это Штирлиц. Да. Он ходил в немецкой форме? Да. Но он не немец. Нет. А он снимался в фильме «17 мгновений весны»? Да. Ага. А он играет в «Тетрис»? Ну, так себе. Но это Штирлиц. Да. Ну, да. Как сложно. Продолжайте, я пока подумаю. Напиши мне. Это живое существо? До третьей рюмки – да. Это женщина? Нет. Но это женского пола? Да. Она красивая? Нет. О, нет. У нее серий номер паспорта, как у меня? Да. У нее есть борода? Да. Это госсекретарь США? Нет. А кто? Она знает, что ЖШИ пишется через И? Вряд ли. Я знаю, кто это, толстая и тупая уродина. Да! Так. Теперь я готова. Да. Этот человек выступал в дуэте с Андреем Родным? Нет, он как раз не выступал. Но это Штирлиц. Ну да. Все, вы меня запутали. Даже не говорите мне, что это, дайте мне новую. На. Это живое существо? Нет. Вот! Это баллотировалось в мэра Душанбе? А в каком году? В 98-м. Нет, в 98-м нет. Я занимался с этим сексом? При мне нет. Это Кулебяка! Да! Эх, сестры, весело-то как! Хорошо! Да, классно поиграл! Ох, красота! Да. Жалко, этот Чехов все испортит. Да. Спасибо. С каким-то серьезным эротическим подтекстом получилась миниатюра. Я, девочки в зале аж как завороженные смотрели, как Денис Косяков облизывал листочек. Уважаемые судьи, что дадим любимцу публики и его друзьям из Самары? Мы мало что можем дать, но все, что мы можем, это 24. Это в банке 24 тысячи, на сцене дуэт «Компот», Краснодар. Добрый вечер. Добрый вечер. Прекрасного всем настроения, счастливые у всех прически такие прям. Все радостные, с вами мы. Это красавец ноябрь. И братец январь. Судя по лицу, первые числа. Седьмое, хорошо. Я отошел. Так, друзья, первая зарисовка. Ларек возле мужского монастыря. Наша служба не опасна, не трудна. И на первый взгляд как будто... Тук-тук, Светочка, пивасик есть холодненький, а? Нет, только теплое. Гори в аду. Сантехник метросексуал. Здравствуйте. Сантехника вызывали? Вызывали, у нас унитаз прорвало. О, не-не-не, я в ковалле. Просто телешоу. Дорогие друзья, с вами телешоу «Загадки», и я ее бессменный ведущий Антон Ответ. Здравствуйте. Сегодня у нас финал. Финал «Загадок». И в финал вышел бессменный участник, победитель всех отборочных раундов Леонид Алексеевич Маловаров. Я готовился. Маловаров, Маловарова мать. Маловаров. Маловаровой матери привет. Маловарову отцу привет. Маловаров готовился. Леонид, финал. Финал. Я буду загадывать вам загадки. Я готов. Вы должны давать ответы. Я 6 дней сидел в пруду, я читал. Готовы? Да. Так будете отвечать? Нет.
Ну что ж, давайте, поехали, загадки. Да. Сидит дед, во сто шуб одет. А, очень богатый дед. Правильно. Спасибо, я готовился, я помню, я готовился. Висит груша, нельзя скушать. А дача в Чернобыле. Что ж ты, правильно. Это верное решение, я готовился. Мне ага, вот тогда сложную. Сложную. Что проще принять? Факс или буддизм? Буддизм! Там даже на кнопочку не надо нажимать! Правильно! Буддизм! Yes! Да! Удача! Победитель! Подождите! Да! Сложное! Да! В бассейне 8 дорожек. Ага. По пятой плывет Майкл Фелпс. Слушаю. По шестой его обгоняет какашка. Ну? Вопрос. Как одевать медаль на какашку? В перчатках! Правильно! Спасибо! Спасибо! Следующая загадка. Да! И хочется, и колется. Ха-ха, да это как 7 пальцев об шашлык. Повтори еще раз. И хочется, и колется. Сиськастые вилы. Правильно. Да. Почему слоны не играют в Counter-Strike? Боятся мышек. Правильно. Отлично, победа. Так, сложно. Сложно. В Бентли сидят 4 блондинки. Угу. Какая из них за рулем? Та, которая дала олигарху. Правильно. Yes. Отлично. Ну что ж, Леонид, да. Последнее задание. Сейчас вы задаете мне загадку. Угу. Если я отгадываю, вы выиграли. Угу. Поехали. Так, у кошечки их 7. Угу. У муравья их 42. Угу. У Гитлера их Биншвайна, Дасич, Лютер, Гранты, Дранки, Гранты, Фюрер. Что это? Это Гонева. Надо уходить. Дуэт Компот, Лёня Махонов, Россия. Рустам Блютус, Астрахань, спасибо. Спасибо. Оп. Ох, если в течение часа, не отрываясь, смотреть их миниатюры, то вам покажется, что с вами разговаривают сухофрукты. Я думаю, дадим 24. И? Сантехнику наковали. В банке 48 тысяч. Спасибо. На сцене дуэт Эд и Коваленко, Киев. Здравствуйте! Фантазия называется «Странный сосед». Причем странный это он. Дядь Коль! Что, глупец? Федор, заходи. Дядь Коль, у вас есть соль? Да, вон, мешок с селитрой, не перепутай, вон соль. Спасибо, не надо. Как там ваши дела? Как продвигается план по захвату атомной подводной лодки в Донецке? Этот план накрылся... Я понял. Страхом. Я все прочитал, схемы, все, рисунки, я был готов. Но Донецк не портовый город. Представляете, какая мелочь, в Донецке нет моря. И это вас остановило? Это меня остановило, но это ничего. Я придумал новый план. Я уничтожу человечество. Яр, 12 числа, ровно в 12 ночи, одновременно пооткрываю все морозилки мира, и планета замерзнет. Дядь Коль, да. Вас не смущает то, что в 12 одновременно откроете все, да? Да. Смотрите, в Москве 12, в Киеве 11. В Америке вообще утро. Еще я один человек, одновременно все морозилки. Не продумано, да, чуть-чуть. Я... Что? О, двор! Я уничтожу наш двор! Ха! Ночью будет спать собака, я ее пугну, она залает, сработают все сигнализации в машинах, люди повыбегают на балкон, мол, отключить сигнализации, дом на кредит и... Все умрут! Другой план. Хорошо, я уничтожу наш подъезд. Я уничтожу наш подъезд. Я только вот выпью эликсир силы. Вы где его взяли? Кого? Ну, что это? Это баба Варя мне сегодня подарила. Говорит, мол, вот тебе эликсир силы за то, что в 3 часа ночи пришла и слушала, как я придумал новый план по уничтожению планеты Земля. В 3 часа ночи такая заспанная, говорит, господи, вот тебе эликсир силы, оставь меня в живых, пожалуйста. Я оставлю ее в живых. Это дядь как Коль. Вкусно, господи. Дядь Коль, это не эликсир силы. Что это? Это слабительное. Господи, как вкусно. Она подарила вам слабительное. Ну, я чувствую прилив сил. Ну, как бы не сил. Ну, приливом можно назвать, да. Да, это...
Федор? Да. Подержи. Я убью эту бабку. Но для начала я уничтожу наш подъезд. Я уже придумал как. Это Коваленко. Пара-па-па-па. Спасибо. Это Говорят, что один из них заставляет другого силой выступать с ним в дуэте. Не знаю, как это делает Игорек, но Эд почему-то все это время терпит. Уважаемые судьи, что мы дадим за искрометный юмор наших друзей из Киева? Мы даем 24. Спасибо. Хорошо. Ну, все куплено. В банке 72 тысячи, на сцене дуэт «Партизаны». Здравствуйте. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Начинай, брат. Миниатюра «Маэстро». Спасибо. Спасибо. Козырьки двигай. Какой-то Михаил. Дуэт «Партизаны», город Ставрополь. Вот что происходит, если вовремя не сводить ребенка к логопеду. Уважаемые судьи. Ну что, мы решили дать этому дуэту 36 тысяч. В банке 108 тысяч рублей, на сцене дуэт «Совесть». Добрый вечер. Добрый вечер, друзья. Здравствуйте. Да, да. Ну что ж, частный детектив и клиент. Клиент, частный детектив. Здравствуйте. Добрый вечер. Я с инфой пришел. Ну рассказывайте, я вас просил по поводу жены своей все разузнать. У меня есть информация, и я думаю, что она неутешительная для вас. Ну, пожалуйста, я расскажу. Значит, я тщательно сел ей на хвост. Так. Я поехал за ней в аэропорт. Так. Я приехал в аэропорт. И, как вы мне сказали, я собирался лететь вместе с ней в Симферополь и контролировать ее весь отдых.
И что выяснили? В аэропорту я почувствовал, что она вот-вот меня рассекретит, и у меня не оставалось выбора. И что вы сделали? Я сдал билет на Симферополь и взял билет на Ибицу. То есть вы ничего не узнали по поводу моей жены? Подождите, не стоит торопить события, вам стоит взглянуть вот на эти фотографии. Значит, вот я на пенной вечерине, вот я на параде трансвеститов, вот меня тошнит в бассейн. Вы издеваетесь? Я просто перебрал чуток. У вас есть какие-то нормальные доказательства? Да, у меня эти фотографии... у меня есть фотографии, после которых у вас не останется никаких сомнений, что ваша жена изменщица. Показывайте. Смотрите, первая фотография. Так. Вот она на шезлонге возле бассейна. Так. Вот она гуляет по скверу. Так. И вот она сидит на прилавке. Видите? И что здесь такого? Вот! А все остальное время она вытворяла такое, что мне было стыдно снимать. Вы издеваетесь надо мной или нет, что? Нет, я не издеваюсь. Вы хотите еще доказать? Их куча. Естественно, хочу. Их вы куча. Ничего не доказали. Значит, на тело вашей жены так. Я установил специальный жучок, так. Который должен был контролировать каждый ее шаг. Угу. И какие именно шаги вам удалось сконтролировать? Вы знаете, так получилось, что жучок я установил на подошву, поэтому только самый первый. Все, дверь, ножки, топ-топ, домой. Подождите, все, до свидания. Подождите. Все. Не обрывайте меня, когда истина уже на подходе. Значит, смотрите, вот диктофон. Так. Здесь кассета, на которой присутствует аудиозапись разговора вашей жены и человека на ресепшене. Вы ну, готовы давайте послушаем, давайте. Здравствуйте, вы не могли бы меня завтра разбудить в 9? Хорошо. И что? Вы ничего не заметили? Нет. Слушайте, какой же вы слепец! Давайте послушаем ее на замедленном повторе. Здравствуйте. Вы не могли бы разбудить меня завтра в 9? Хорошо. Ничего не заметили? Что я должен был заметить? Да не жбухи в стельку! Слушайте, вы больной. Все, выметайтесь отсюда. Не хочу вас больше видеть. Я лучше обращусь в нормальную фирму. Все, выметайтесь. Я пойду. Куда? Я пойду. Давай, давай, но иди. Прежде я хотел бы получить свои деньги. Какие деньги? Ты больной, что ли? За что тебе платить деньги? Хорошо. Я думаю, вы сейчас измените свое мнение после того, как я покажу вам последние снимки. С какой стати? Значит, смотрите. Ну, что? Что? Вот вы с любовницей. Опа. Вот вы с двумя мужиками. О. Вот вас стегут плетями. Деньги в тумбочке. Спасибо, я найду. Спасибо, друзья. Дима Невзоров. Слава комиссарю. Дуэт «Совесть» Минск. Спасибо. Своим названием дуэт «Совесть» намекает судьям на то, что у них дома в Минске остались голодные семьи. Дайте денег. Я думаю, что совесть не заест членов жюри, если мы дадим вам 24. В банке 132 тысячи, на сцене дуэт «Красивые» Красноярск. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Привет. Уважаемая жюри, здравствуйте. Привет, здравствуйте, ребята. Легкий европейский юмор от дуэта «Красивые». Конечно, конечно. Итак, Илюша, вон я подаю. Ну что ж, пока все начнется, я буду внизу. Итак, обычный случай в квартире. Так, что бы одеть сегодня? Так. Моль. Ах ты. Ах ты, моль. Тык-тык-тык. Алло, Моль Хантурс? Да, прошу прощения, у нас все расписано до ноября. Но сейчас ноябрь. Без проблем, что случилось? Знаете, мне нужно срочно поймать моль. Мы определили по спутнику вашу квартиру. Розовый Порш Кайен стоит возле вашего подъезда. Специалист на готове. Добрый вечер, это с компания Моль Хантурс. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Чтобы компания Моль Хантерс начала с вами работать, вы должны перечислить $1000 на наш расчетный счет. На этой золотой карточке именно он, наш прейскурант цен. Отлов моли от $700 до 2000 в зависимости от веса тушки. Нахождение гнезда и уничтожение всего семейства данной моли $3000. Уничтожение моли как вид в вашем районе $10000. Уничтожение всех насекомых, которые хотя бы раз в жизни встречались с докучающей вас молью, как то муравьи, клопы и мухи над цветками мокрицы блохи $7000. Фото с расчлененным трупом пойманной моли, развешанное в местах возможное присутствие другой моли $12000. Уничтожение слова моли, словаря Ожегова и всего лексикона $30000. Внедрение нашего сотрудника под видом моли в ряды моли для внесения хаоса $15000. Обстрел моли из зенитной установки М-11 «Шторм» для полной ликвидации не только моли, но и всего в радиусе километра $19000. Приглашение финалиста шоу «Битва экстрасенсов» 2008 года в вашу квартиру для обнаружения места частого появления моли и заражения этого места бубонной чумой $40000.
нашей двухкомнатной с молью на две однокомнатные без моли, без посредников. Компания Моль Хантерс! Неплохо. Но мне нужно всего лишь моль поймать. Всего лишь моль поймать. Мы с этого начинали. Ну что ж, без проблем. Немного керосина. Зачем? Закапайте глаза, вы не должны это видеть. Что случилось? По квартирам по вашим шляюсь, непонятно пока. Разрешите представиться. Начальник отдела ловли вшей по Сибирскому федеральному округу Wash American Incorporated. Наш приз курант Сэм. Отстрел вши из крупнокалиберного пулемета с крыши соседнего дома без повреждения луковиц волос. $5000. Заражение вашего тела лишаем для отвлечения внимания от назойливых вшей. $17000. Организация частной вечеринки Wash Party на Куршевере с несовершеннолетними моделями для получения порочащих Wash фотографий. $30000. Проведение газпровода России и Украины через вашу голову с дыркой в трубе и направление на этот участок правительственной комиссии с целью вытаптывания головы и уничтожения вшей. $55000. Покраска одной половины головы в черный, а другой в белый цвет для создания в голове расистски настроенных вшей с дальнейшим переходом в гражданскую войну. $70000. Распространение слухов о банкротстве Вошторгбанка с целью выстраивания очередей из складчиков и найма КамАЗа с пьяным водителем для врезания в эту толпу. Итак... Закройте глаза, вы не должны это видеть. О, все, есть. Вы поймали ее? Это наша работа. С вас $2000. Сколько с меня? С вас тоже $2000. Но у меня нету денег. Ну и у меня особо-то нету. Значит, так, давай деньги. Ты давай деньги. Я работал. А если отпущу? А я потом отпущу и будет бегать, радоваться. Меняемся. Давай. Частный обмен бартера. Че? Сама лови. Сам выведешь. Это красивый Илья Соболев. Роман Клячкин. Спасибо. До свидания. Говорят, в Красноярске есть памятник этому дуэту. Зацелованный фасад школы, которую ребята окончили. Сколько денег мы дадим за... Моль and Wash Hunters. Yeah. Yeah. Оплата труда Моль Hunters and Wash Hunters 36000 рублей. Банки 168 тысяч рублей. Неплохое начало. Мы увидимся с вами сразу после рекламы. Убойная лига. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Убойную лигу» на канале ТНТ.
Хорошая шутка во втором раунде – это почти как стипендия за год нормального студента. Друзья, так что думайте, что лучше, написать 15 рефератов или одну шутку? Но и про рефераты тоже не забывайте, из армии шутки идут долго. У нас второй раунд, и участники приглашаются на сцену. Дорогие друзья, если вы хотите, чтобы ваша шутка прозвучала во втором раунде, ознакомьтесь с правилами на форуме сайта ТНТ, tnt-tv.ru. В разделе «Убойная лига» все о шутках для второго раунда. Спасибо. В банке 168 тысяч, это значит, что цена одной шутки 28 тысяч рублей. Мы начинаем второй раунд. Первую шутку прислал нам телезритель под ником «Звездочка». Вот что пишет «Звездочка». В последнее время у нас с мужем абсолютная идиллия. Мы мертвы. Это после ДТП. Нет, у нас с мужем последнее время. Я скажу. Потом. Не в этой жизни. Не в этой передаче. В последнее время у нас с мужем абсолютная идиллия. Он просыпается в 8 утра, и я просыпаюсь в 8. Он смотрит футбол, и я смотрю футбол. Он записался на тайский бокс, и я записалась на тайский бокс. А такая идиллия, потому что я еще не умею ставить блоки. Это был ответ в зачет. И сразу так легко и непринужденно выходят все остальные страшилки нашего шоу. Спасибо, друзья. В последнее время у нас с мужем абсолютная идиллия. Скоро 40 дней. В последнее время у нас с мужем абсолютная идиллия. Новый майонез идиллия, теперь со вкусом мужа. Вот нормальный человеческий юмор, наконец. Послушаем, что же написала «Звездочка». В последнее время у нас с мужем абсолютная идиллия. Теперь, когда его что-то не устраивает, он сам ищет свои носки. Вот это идиллия. Но мы решили оставить деньги в банке. Да, да, да. Деньги да. Остаются в банке. 168 тысяч рублей. Мы продолжаем. Пишет нам Алекс Матвеев. Мучает бессонница, и ты мысленно перегоняешь баранов из одной отары в другую. Это смешно, это очень смешно. Да. И кто же будет отвечать первым в зачет? Я. Тезка! Да! Я же тоже моложанов по маме. Мучает бессонница, и ты мысленно перегоняешь баранов из одной отары в другую? Брось тренировать футбольный клуб «Шинник». Это был ответ в зачет. Мучает бессонница, и ты мысленно перегоняешь баранов из одной отары в другую? Пастух, заплати налоги и спи спокойно. Мучает бессонница, и ты мысленно перегоняешь баранов из одной отары в другую? Бабу тебе надо, в каракулевой шубе. Смешно. Мучает бессонница, и ты мысленно перегоняешь баранов из одной отары в другую? Хватит заниматься ерундой, управляй Грузией, я серьезно тебе говорю. Это были все ответы. Вот что пишет сам Алекс Матвеев. Мучает бессонница, и ты мысленно перегоняешь баранов из одной отары в другую? Попытайся договориться с чабаном, не выспишься, ты хоть шашлыков поешь. На кону 28 тысяч рублей. Первым ответ в зачет давал дуэт «Компот». Ну что ж, если дальше так пойдет, «Компот» все деньги загребет. У-ху! Мы оставляем. Деньги остаются в банке. 168 тысяч в банке. Мы продолжаем. Пишет нам TM000N. Что-то такое. Если в новогоднюю ночь вы уснули под елкой, тема сна сегодня у нас затронута широко. Не сдали. Если в новогоднюю ночь вы уснули под елкой, значит, Дед Мороз подарил вам клофелин.
Это был ответ за отчет. Если в новогоднюю ночь вы уснули под елкой, значит, вы самая некрасивая тёлка на этом празднике жизни. Вот так вот. Если в новогоднюю ночь вы уснули под елкой, значит, вы ведро с землей. Юмор должен типа нарастающий, ты после. А у нас в эфире целлофановые новости. Хорошо, хорошо. Если в новогоднюю ночь вы уснули под елкой на главной площади, то, скорее всего, ваша карьера губернатора под угрозой. Провал сейчас будет, давай. Если в новогоднюю ночь вы уснули под елкой, значит, в вашем подъезде поставили домофон. Ваш покорный слуга. Итак, тем 000N пишет. Если в новогоднюю ночь вы уснули под елкой, а на утро проснулись на том же месте, значит, вы не подарок. Это был спонсорский вопрос от телезрителя. И деньги остаются практически... Зритель прислал вам деньги. 168 тысяч в банке, без потерь пока идем, пишет нам бывалый. Лаконичное начало. Шарм это. Они ж не отнимут два подряд. Нет. Давай, только шарм это. Это знаешь что? Это если ты. Шарм это. Это неправильно написанный шарф. Это был ответ за счет. Шарм это. Юленька, поедешь сегодня ко мне? А не, это сексуальность. Это Кадрилова. Шарм это. Это то, что я поменял на бороду и перегар. Да, да. Спасибо, спасибо. Вот что пишет нам сам телезритель. Шарм – это то, что у тебя на утро после вчерашней харизмы. Да что он врет-то? Как ни жаль, но деньги уходят телезрителям. Банки 140 тысяч, мы переходим к следующему письму. Пишет нам Димон. Димон, чем больше связей без предохранения... Запомните, девочки, все ответы запомните на всякий случай. Какой-нибудь да правильный, но не пробуйте сразу. Чем больше связей без предохранения, тем больше состав убойной лиги. Слава. Да. Ответ в зачет. Чем больше связей без предохранения, тем дороже, дороже и дороже лечение. Очень логичные мы стали такие. Чем больше связей без предохранения, тем больше очередь в метро. Не изменим. Не изменим. Чем больше связей без предохранения, тем больше спама ВКонтакте. Ставьте антивирусные программы. Вот так уже. Вот вы... А, плохо, плохо, я знаю. А за пижак хороший. Я... Вот что пишет нам Димон. Я думаю, мы удивимся сейчас. Чем больше связей без предохранения, тем больше связей в здравоохранении. Я хочу сказать, что у вас был достойный соперник. Но вы победили. И банк остается. В банке 140 тысяч рублей. Последнее письмо от телезрителя. Пишет нам Юля Жданова. Наконец кризис добрался и до Монголии. Оттуда прогнало нечто страшнее. Ну что же, кто же даст первый ответ? А у нас, собственно, вариантов, да, больше, вариантов-то нет. Больше нет. Егор. Наконец кризис добрался и до Монголии. Но, изучив обстановку, в панике свалил. Это был ответ зачет. Наконец кризис добрался и до Монголии. Хоть кто-то добрался до Монголии.
Наконец, кризис добрался и до Монголии. Теперь монгол не может купить своей лошади зимние копыта. Вот что пишет Юлия Жданова, наш спецкор из Монголии. Наконец, кризис добрался и до Монголии. Обрадовался, что ничего не надо делать, и ушел. Отлично! Ну, вы не напрасно радовались, вы действительно практически пробили ответ. Но молодцы! Деньги уходят в банк. Дуэт Гурбазаны! В банке 140 тысяч рублей. Мы закончили второй раунд. Это прекрасно, ведь скоро мы встретимся с вами в третьем раунде. Убойная лига, оставайтесь с нами. Перед началом третьего раунда мы специально выгоняем из зала всех футбольных болельщиков, чтобы нашим ребятам не пришлось показывать миниатюру о футбольном арбитре и его сексуальной ориентации. Итак, мы начинаем третий раунд. Импровизация. В банке все еще 140 тысяч рублей. У ребят есть возможность заработать аж 60 тысяч рублей, если они, так сказать, осмелятся сделать такую ставку. И возможность у них, как всегда, всего одна. Правила не менялись. Ну что ж, ваша ставка. Именно столько слов благодарности услышала повар тетя Наташа в свой адрес, когда выложила на стол 40 груш. 40 яблок. Ставка 40 тысяч, ставка принимается. Давайте начнем с того, в каких обстоятельствах, в каком месте происходит у нас действие. Где? Дельфинарии. А в дельфинарии. Ну, дельфинарии. Какие еще варианты? Где? Библиотеки. В библиотеке, в дельфинарии и в метро. Михаил Наумович прям смотрит на меня грустными глазами, как у дельфина. Я понимаю, что в метро интереснее. В метро. Дельфины в метро. Кто в метро? Кто в метро? Кто? Марсиане в метро. Еще какие варианты? Давай, гаишник в метро. Кто еще в метро? Каспер в метро. Каспер в метро. Вот какие мультики смотрела Юлия Ковальчук в детстве. Ну, я, честно, я проанализировал все, что вы сказали, и я хочу... Прости меня, Юля. Нет. Гаишники в метро. А чтобы тему как-то немножко расширить, пусть будут гаишники в общественном транспорте. И Каспер. Прошу. Идем. Да. Ситуация, которую нарочно не придумаешь. Гаишник в метро. Я не знаю, как они тормозят. А как они едут? Подожди. Меня два раза останавливали. Да. А, ваши документы? Следующая станция, бла-бла-бла, заходим. Давайте. Лейтенант Баран. Да, я вас слушаю. Ваши документы. Какие документы? Это метро, товарищ. Ваши документы. Вы привелись, вы. Да вы с ума сошли, там сзади уже едет следующая электричка. Молодой человек, ваши документы. Вы спорить со мной собираетесь? Вы летели со скоростью много километров в час. Сейчас спорите. Так. Вы пешеходный пересекли. Хорошо. Давайте, ваши документы. Может, как-то договоримся? Как? Ну, как-то договоримся, может. Ну, хорошо. Дай порулить и объявить станцию. Садись, поехали. Девушка и гаишник. Да. А, ну что ж, итак, девушка и гаишник в автобусе. Час пик. Да. Могли маленько... Стало быть, что задавка? Мы просто стоим и едем куда-то. Ой-ой-ой. А что это такое упирается? Такое продолговатое, твердое. Это жезл. Я гаишник, просто машина сломалась и... Задержи меня. Арестуй. Арестуй. Ну, сделай жесткий арест. А? Знаете, я бы с удовольствием, но я не могу вот просто так беспочвенно вас арестовать. Я пьяная, пойдем в машину.
Никогда не играл бабушку. Этими словами хотелось бы начать. С 9 лет играл гаишника. Бабушка в автобусе. Сынок, сынок, уступи место бабушке. Не могу, бабулька. Почему, сынок? Слушай, на днях, значит, остановил черную, огромную, дорогую машину с номерами ААА, и не могу тебе уступить. Почему, сынок? Да тяжело с радаром стоять. Ну, то есть... Бандиты, видимо, были. Я не встану. Гаишник в метро. Заходим. О, о, смотри. Да. Гаишник спит. Прикольно. В форме. Доставай фотоаппарат. Давай. Щелкни, как будто я гаишника держу. А чё как будто? Щелкни, как я гаишника держу. Чё? Гаишник в метро. И Каспер. Итак, гаишник и водитель с трамвая. Стой, выходим, быстро! Быстро, быстро выходим из трамвая! Что происходит? Руки свои, машинисты, на трамвай! Руки поднимай! На трамвай давай! Что я сделал? На трамвай! Что везешь? Что везешь в трамвай? Да там бабки, детки! Где бабки? Кто тебе подкинул бабку полную кокаина, а? Кто? Да я откуда знаю? Кто? Кто? Что это за бабка? Да я не занимаюсь этим, может быть... Ах, ты пьяный еще, да, пьяный? Ну-ка, дыхни, дыхни! Дыши сильнее! Да у меня два легких всего! Да я понял, давай дыши! Почему корвалолом пахнет, а? Я люблю... Где аптечка? Где? Аптечка где? Сзади, вот! В каком сзади? У тебя ничего здесь нет! Да не в этом сзади, в этом в сзади каком? Бардачок! Вон там вот! Ты скотина мне правду вздумал говорить! Что? Что надо? Что тебе здесь? О! Да как... Почему? Железные вот эти колеса грязные, а? Почему шпала металлическая? Потому что металлургический век у нас! Почему? Что? Почему все умнее гаишников, скажи? Это были гаишники в общественном транспорте. Побольше бы таких сотрудников ГАИ. Ну что ж, судьи, ваш вердикт. Ставка сыграла. Ставка сыграла! 40 тысяч! 180 тысяч рублей в банке! Ну что же, а теперь мы переходим к десерту. Судьи должны нам назвать имена двух лидеров игры. После тяжелых и бескомпромиссных боев жюри нам все-таки удалось прийти к единому мнению, что в суперфинал выходят... Дуэт «Красивые» и дуэт «Компот». Как в старые добрые времена, дуэт «Красивые» и дуэт «Компот». Когда-нибудь их выступления разберут на крылатые фразы, а пока что будем пользоваться чужими. Это значит, что в суперфинале у нас сегодня конкурс «Крылатая импровизация». Ваши аплодисменты! Что это значит? Зрители в зале задают ситуацию, которая ложится в основу импровизации. Они же, эти же зрители, выкрикивают какую-то крылатую фразу из фильма, из книги. И эта крылатая фраза должна стать в нашей импровизации ключевой фразой. То есть без нее конструкция не считается завершенной. Потом мы посмотрим на импровизации ребят и решим, кто из них был лучше. Вот и все. Давайте начнем пока с ситуации. Давайте сначала скажем... Где будет происходить действие? Где? На кухне.
На кухне быстро сообразил мальчик. А, нет, девочка. На кухне. На кухне хорошо. Давайте подумаем, что будет на кухне происходить. Ремонт. Ремонт. Что еще? А что? Скандал. А еще, человек явно скандалист, спросим. Скандал, я так люблю скандалы. Ну давайте, чтобы не обижать никого, скандал. На кухне. А крылатая фраза, которая будет у нас ключевой в этой импровизации. Надо, Федя, надо варианты. Привет, малыш. Привет, малыш. Будьте у нас на Колыме. Очень много вариантов, и все очень хорошие. Давайте сделаем, может быть, скандал на кухне и будь у нас на Колыме, только целиком ее возьмем, чтобы она... Будь у нас на Колыме, нет уж, лучше вы к нам. Как вам такое предложение? Мы начинаем суперфинал! Михаил Наумович, скажите, какие бы рекомендации вы дали ребятам? Может быть, на что-то обратить внимание? На композицию, архитектонику. Вы знаете, хотелось бы, чтобы миниатюры выстраивались ближе к трехактной схеме. Вы просто хотели их унизить и не все, да? Не всегда хватает музыкального сопровождения. Не всегда. Да, да. Вот. Да. Оркестровые аранжировки подчас бедны. А нашим ребятам? Если вот... А нашим ребятам всего хватает. Всего хватает. А денег только. Не хватает. Больше бы им, да. Не хватает. Ну что ж, я так вижу, дуэт «Красивые» бьет копытом. Поаплодируем им. Суперфинал, дуэт «Красивые». Да. Я тебя забегу. Итак, как вы просили, скандал на кухне. Что такое кухня? У каждого, конечно, по-разному. Прямо сейчас кухня, холодильник, где-то за холодильником два таракана. Скандал. И там, естественно, скандал. Да, сейчас ничего не понятно. Да. Но если вы наденете на уши невидимые переводчики и включите кнопку, то вы поймете, о чем говорят ребята. Слушай, ты, что это? Ты совсем? Ты открутись! Сама пасть, дура вонючая! Это моя крошка! Это моя крошка! Это моя крошка! Это моя крошка! Дай мою крошку! Моя крошка! Мне нужно есть! У меня тещу тапок убил, понял? Да мне все равно, твою не жалуйся! У меня всю семью унитаз смыло, я ничего не говорю! Слушай, ты, дорогая, сама Машенька, подсажен наркоман! У меня всю мою семью в пакет положили по два, но 3 месяца просидели, дурами вышли. Поняла меня, дура? О, смотри, капля абсента! Капля абсента! Вот это встреча! Ты откуда? Я откуда? Я из соковыжималки. Слушай, что мы тут делим? Ночью в коммунальной квартире на кухне. Ага! Вот тебя Мария Петровна и поймала! Свиножор, ах ты упырина! Марья Ивановна! Что, Марья Ивановна, опять жрешь мою селедку? Свинья ты, а не человек! Марья Ивановна, уберите сама! Уберите сама, не это тыщите меня самом. Это не сом, это Витенька с 4-й квартиры. Витя, иди домой. Да, взяла, как бы, передай папе, что
Мария Ивановна в кустах ночью в 9. Ах ты, скотина, опять жрешь! Ну все, сволочь! Драный, сейчас я... Мария Ивановна, успокойся! Заткнись, йогуртом замажу видеокамеры, сейчас тут начнется. Сейчас тут свинья на кухне все начнется. Успокаиваемся, Мария Ивановна готова! Мария Ивановна кошка! Мария Ивановна пес! Что, Мария Ивановна? Что, Мария Ивановна? А ну стоп! Опа! Сигол! Чё? Чё, боишься? Да нет, у вас пакет! Извини! Мария Ивановна! Что, Мария? Хорош, баран! А? Чё, давай! Чё, Мария Ивановна? Мария Ивановна! Я... Боишься, Мария Ивановна? Да не боюсь. Почему? Потому что вы женщина. Да, кулаки у меня мужские, я попала в аварию, меня пересадили. Да, спокойно. Спокойно, Мария Ивановна. Может, тарелку? А, тарелку вам дам. Давай тарелку, давай. Дай тарелку. На. Быстро, Мария Ивановна, Чарли Чаплин. Вернулась, Мария Ивановна. Давай. Опа. Просто успокойся еще. Ага. Просто успокойся, что это? Пульс. От чего? От центра. Ах, ты, маленький сопляк, знает, что Мария Ивановна любит танцевать. Знает соплячок. Мария Ивановна. Что? Зачем конфликт? Согласен. Приезжайте к нам на Колыму. Лучше вы к нам. На кухню. И получишь то, чего! Ну что ж, великолепно. Такие бы скандалы и в ваш дом, правда? Итак, уважаемые жюри, кому достанутся деньги из общего банка? 180 тысяч рублей. Тяжела и неказиста жизнь жюри в убойной лиге. Но вообще, если честно, я взяла на себя участь выбора сегодняшнего победителя. Очень-очень смешно. Дуэт Компот. Дуэт Компот. Эти писаные красавцы, эти мачо секс-символы телевидения получают 180 тысяч рублей. Мы их от всей души поздравляем. Ну что ж, друзья, это была убойная лига на канале ТНТ. Сегодня кому-то из проигравших придется объяснить дома, почему он пришел домой без денег, а кому-то из победителей, почему пришел домой пьяный и без денег. Вы смотрели убойную лигу? Оставайтесь с нами, не оставайтесь с нами, просто приходите к нам через неделю. Пока, пока.